Значит, за добро у нас играют Винки, Зоид, Добряк, Токи и Эдфа. Да нет, там другой ник. Да, он сейчас должен поменять. Посмотрим, да как его настоящий ник. True ник. Так, ну надеюсь, сегодня у нас будет напряженный матч, веселый, быстрый, вот, динамичный. Да, XS, Куба, Метис, Динамка, Пейнс и Леджрей. 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 Да. Ну, кто у вас самый звездный тут, можно считать, как ты думаешь? Самый скилловый, звездный. Думаю, Винки и Зоид. Я тоже так думаю. Ну все. Так, они все рупнули, давай. Рупаем? Да. Ну сейчас у нас кнайфаунд. Да, сейчас они будут за сторону играть. Что, смотрим. Так, сейчас ракурс получше сделаем, чтобы все было видно. У нас происходит пока что вроде ничего. Да, ну, тут. Вот сейчас должны уже начаться. Да, вот сейчас, Так, пока никого, но уже все. Уже пристраиваются друг к другу. Так, Винки минус Вейнс. Винки еще раз Леджерей. Винки делает третий минус, Добряк минус Метис. Вот, последний Динамка на кирпичах, и кто его порежет? Оп! Стилк минус Стилк. Динамка. Ну, вот. 1-0, то есть Team Ace делает добро на кнайф-раунде. Так, рупнем сразу. Так, ну они минус Сити делают. Минус Сити. Да, понятно. Сити стрис, да? А. Третья карта. Окей. Матч. Давайте, ребята, фастом выбираем карту и начинаем замес. Ну сейчас они будут черкать. Только две карты получается. Да. И останется. А, крэш. Вот Метис минусует крэш, ну правильно, крэш это самая карта, которая где карта, могут, да. И те, и другие могут играть. Кросс, да. Минус. Добро минус кросс, ну все получается. Или там 6 карт, сколько карт, я не помню. Ну прям такие турнирные. Бэклад еще. Ой, вакант убрали давным-давно. Стрит, страйк, кросс, сити. Что еще? Ой. Я не помню, сколько карт играет. А играешь сколько, йоу. Сколько играешь ты миксов, сколько ты играешь вообще. А карт до сих пор не посчитал. Мне стыдно за тебя. Хотя я тоже нифига не знаю. Давай посчитаем. Сижу краснею тут. Бэклад. Раз. Крэш. Два. Сити стрит. Три. Кроссфайр. Четыре. И страйк. Пять. Да, пять карт. Пять карт. Раньше еще вакант был, но потом его заменили на спиц. А как думаешь, это правильное решение? Не знаю, мне вакант тоже нравится. В США вакант играет, но в США там мало народу играет. А у них своя атмосфера чуть-чуть. Я могу так сказать, что обычно в США, в Южной Америке, у них там свои правила обычно. Мне кажется, вот реально там свои. И свой скилл там. Рупай, Ром. Да. Ну что ж, начинается замес у нас. А, ну сейчас они B4-3 все вместе делают дружно. Нет? Нет, все. Странно. Все серьезно. Ну, ладно, посмотрим. Да нет. Динамка в прошлый раз один единственный остался живой, я поэтому за ним посмотрю. Вот Куба минус Токи, Куба делает минус Зоид. Динамка минус Добряк. Так. Метис минус Оки, остался Винки. Винки. Так, Винки минус Динамка. А, и все. Джей забирает Винки. Да. Забрали. Сейчас вновь рупаем.
Сейчас они за скоро, значит, второй баш раунд играли. А, тут добряк спрашивает, зачем баш? Пацаны решили просто вот так вот за сторону вообще сыграть. Сейчас Вейнс рубнет, начнется замет. Я думаю, матч будет сегодня интересный. Вот вчера мы интересный матч, очень интересный матч с тобой. Но я не мог физически собраться и стримить этот матч. Вот, извините, пожалуйста. Постараюсь больше такого, чтобы не произошло. Но с другой стороны, есть такая объективная причина. Ну, коротко, лето. Диабло 3 и лето. И друзья. Поэтому, как бы. Время на Диабло 3 тоже немного остается. Но друзья почему-то много остается. Вот. Так вот. Так, дуэт коцает кого-то под центральным домом. Финалка забирает фотки. Что это вообще? Что, в 3 в 3? 3 в 3, да, 3 в 3. Ой, они как-то, знаешь, играют закрыто. Ну, все с длинными, все ждут. Ошибки. Зоид опять кого-то коцает. Все очень играют. Видно, кстати, играют, что ребята играют очень осторожно и как бы ждут ошибки какой-то. Вот, первая вот ошибка. Финалка минус фотки. Да, Финалка уже 2 минуса сделал, да? Очень умно так сидят. Тактически крысят. Забирают Блэджуэ. Постепенно. А сейчас 2 в 2 ситуация. Вообще, по сути, сейчас время-то на стороне дефенса. Ну, конечно, интересно, время-то. Динамка, то есть, в центральном, да, с бомбой расстреливает подсадку. Ну, так-то сложная ситуация, очень сложная. Хотя уже нет, уже все, вот 2 в 1. 1-2 остался. И 18 секунд остается, надо уже фастом уже ставить бомбу, потому что уже время кончается. Эх. Лойд забирает динамку. И все, раунд выигран? Нет, еще нет. Нет, еще. Бомба там, вот для плана. Вот, 7 секунд уже ставит. Да, успевает. Так, просто. Нашел Зоид, но не забрал. Да, ну почти он коцанный очень сильно. Да. Но он его поджидает у окон, ближе к машине. Так, на реакцию. Тут уже реакция играет роль. И у Вейнса. 1-0 МКС. Да, игра, как бы раунд был очень осторожный такой. Очень ну, вот, кажется, так. Ну. Как идет соревнование старой и новой школы, Call of Duty. Ну вот по сути добро. Много как игроков старых. А, то есть очень игроков много опытных. Да, а вот, к примеру, MXF, вот, Куба, считай, Динамка, молодые игроки. Как бы подрастает новое поколение игроков нашего русского комьюнити Call of Duty 4. Поздновато подрастает. Ну, лучше уж поздно, чем никогда, правильно? Вдруг что-нибудь произойдет, да, и вдруг это... И все, схлынется. Вдруг добавят Call of Duty 4 или еще на какие-нибудь такие топовые ланы. Да, вот, было бы очень неплохо, добавил бы престижа этой дисциплине игровой. Хотя мы и так знаем, что эта игра великолепна. Нас в этом не переубедить. Поэтому люди не играют, потому что она нравится. Ну что тут происходит? Куба остался 1 в 3. Оки его забирает просто. Да, хотя... Как думаешь, это тот Куба, который мы думаем, или же нет? Да я думаю тот, потому что буковки прям точно так же. Капсом? Почти капсом. Так, ну тут все уже по стандарту. Дымы, гнейды. Быстренько занять центр и отстреливаться. Ой, флеш. Так, осталось 3 в 4. Ну, ребята играют осторожно. Аккуратно. Ну, потому что это финал, я думаю, так, да. Да, скорее всего. Потому что надо играть не сломя голову, вору убивай, а аккуратно. И рассудительно. Я думаю, у двух команд есть какие-то заготовки тактические. Потому что, может, нас они удивлят в плане тактики хоть чем-нибудь. Или же будут действовать стандарта, как все команды на этой карте. Вот.
2-1. Да, 2-1 у нас. Я, конечно, думал немножко, что добро сразу будет вести, почему-то я так думал. Ну, что, ну добро прийти. Ну, может быть такое, что когда нужен разгон. Разгон нужен. Размяться, разгон, ну, ну ты понял меня. Надо разогреться. Набрать скорость, привыкнуть. Как бы не сразу к успеху-то можно прийти. Постепенно. Вот, например, там, в разных видах спорта, сперва они изматывают соперника, да, он бежит в атаку, бежит, а они его все отбиваются, а потом ждут ошибки вот их защиты. А защита обычно уже не такая. Вот, подуставшая. Добро, хороший раунд показали. Да, 2-2 теперь. Вот. Я говорю, им надо разогнаться. Как бы разница в один раунд, но это же ни о чем. Это смешно. Я понимаю, там 2-3 раунда, ну, один раунд отставания. Да нет, да 2-3 это тоже фигня. Вспомни тогда, когда Project против Аэрозоли играли. Они слили 3 раунда Аэрозоли, а потом сделали камбэк нехилы. Да, вот, вот яркий пример. То, что это не факт, что вот так вот. Что все может так круто пойти. Надо ожидать все, что угодно. Так, окей, выскакивает Брэд Вейнса, ох, как он выскочил-то. Неплохо. Там у нас по фрагам что у нас? Оки у нас 7-2, ну да. Гашетка. Тот фрагер покажем. Оки. Он гашетка, как бы ему это так и нужно. Может, Оки в Динамку забирает на мейде. Да, забирает. Ну, игра идет как бы уже. Уже не такая осторожная, как первые раунды, а уже. Оки минусует Кубу. 23 в 4. Да, уже игроки раскрепостили, сейчас уже будут показывать скорость реакции, скилл. Надеюсь, даже тактика меня порадует. Точнее, нас всех. Так как-то неясно сидит, то есть один зигзаг сидит с бомбой. Оу. Токи. Остается 1-2 против Винки. Леджей. Они его тупо прижимают со сторон. 2-4. Вот, вот тебе, пожалуйста, добро. Вот. Хоть они отставали незначительно, но быстро. Отыгрались и даже выигрывают. Два четыре. Никит забирает токи быстро так. Оки, видимо, сам не ожидал этого. Что надо, я говорю, надо игрокам команд ожидать все что угодно. Внезапный раш или неожиданное кемперство. Ну, даже вот так это можно назвать. Как бы сидишь с длинным и смотришь, где кто пробежит. Через центр, через центральный дом. Он Винки простоит Леджи. Уже минус 3 сделал в раунде. Неплохо. 2-5. Вот уже как бы в добро топовым игроком становится Винки. Да, и даже по фрагам. Так, по фрагам у него то же самое, что и Оки, но у него 3 ассиста и смертей меньше, чем у Оки. Ну, на одну смерть. Как бы чувствуется старая школа-то Call of Duty, все равно. То, что более сыгранный, все равно. Да, сыгранность влияет, но еще тактика и скилл, конечно. Ну, скилл, наверное, больше. И удача, главное, еще. Джоэд прострелил Динамку. Оки забирает Никиса, Вейнс, Оки. Токи забирает Леджея, Вейнс забирает Токи. Куба еще и Вейн жив пока. Ну, ситуация 2 в 3. Ну уж, сейчас посмотрим, как все обернется. Сейчас, может быть, Куба заберет Зоида, но я не знаю. Так повезет. Сейчас на рельсах. У нас Зоид. А, он не знал, что Зоид на рельсах. Сейчас да, вот это вот неприятно. Вот сразу. Ну, Зоид разменивает просто Кубу. Вейнс остается 1-2 против Зоида и Добряка. Неприятная ситуация. Ну сейчас такая еще фигня, то что сейчас Вейнс фейк сделает. Или не сделает. Нет, не сделает. А он еще... Сейчас, наверное. Рельса будет смотреть. Да, к рельса же Зоид. А, Вейнс. А он спалил. А, да.
Да, спалился. Он расстреливать Зои начинает. Так. Он ставит. Окей, тут просто... уже добряк подходит потихоньку. Да, не спеша так. Ох, сейчас, сейчас что-то будет интересное, чувствую. Я тоже так думаю. Ну-ка, ну-ка. Сейчас. Раз. Минус, бывает? Ну-ну-ну. Ай, нет. Ах, а если был бы минус? Да, было бы красочно. Да, это как бы поставил бомбу и еще два фрага забрал. Ну, герой прям раунда был бы, но... Тем более против Добро, это вообще хорошо. Ну, тем более. Но тут как бы немного не повезло. Немножко не проимел. Он сражается. О, Зоя взял дробовик у нас. Или подожди. А это просто как... А, баг. Так, чтобы быстрее пробежать. А, понял, понял, понял. Все. Просек фишку. Так, Зоя там динамиками минусует сразу. Ну, так, коцают пщи. Но он жив. Жив, здоров. Токи, Токи забирает Леджрея. Вейнс. Разменивается. Зоя забирает Вейнс. 2-7. Зоя забирает Вейнса. 2-7. Ну вот он камбэк. Добро Тим. Такой камбэк? Нет, это не камбэк даже. Че уж ты. Это лютый камбэк так-то. Ну как они? 2-1 начали проигрывать, да? Не, не, камбэк это же сам знаешь когда, когда допустим уже нехилое такое отставание и потом резко так пошло подряд. Не, не, один раунд отставания это не серьезно, не, камбэком вообще не пахнет. Это там команды начинают там разыгрываться, как-то привыкать друг к другу. Не, не, не думай даже так. Никогда. Ну сейчас 2-5 остались, у Оки и Зои. Мне кажется, сейчас вообще интересно должно быть. Мне вот на самом деле интересно. Уже 2-3, потому что. Ну да, Зои ты Оки, ну. Эх. Ну, вот, Куба забирает Зои, да. А вот теперь посмотрим на Оки, что он будет делать. Оки. Ой, ой, он вообще, о, он вообще коцан очень сильно. Ой. Метит забирает Токи. Жаль. Не было экшена, жалко. Ну с длинным какой экшен? Да нормально, вон ты Зоид сделал плюс 20. Ну это редко же. Ну я же прям не так часто, допустим, в гашетке там плюс 15, плюс 20 делать, правильно? Ну, смотря какая карта. Ну и, вот. И какое поведение. Ходят ли они. Ну да, и удача еще же нужна. Сам же понимаешь. Так что, допустим, Лина уже не такие приколы возможны. А в гашетке-то понятно. Да не, не знаю, мне с длинным. В наглую можно влетать и всех сносить. Так, остался Зоид. Несут Вейнса. Пытается. Ну, Зоид забирает Вейнса, но... Леджит! 1-2 остается. Ну, как было 1-3 остался, 1-2. Смотрим, что сделаешь. Да, сейчас будет... Что он придумает? Так, его пытается... Один... Вот он услышал уже то, что на машинке. Я не знаю, знает ли он то, что справа еще от него противник или нет, вот это мне интересно. Раз. Так, вот он забирает минус. Его. Нет, он не ожидает. Эх, не ожидает. Как... Что-то не хватает, да, немножко? Он не видел просто, как кто-то шел, не слышал, да, потому что... Да, он в стелсе был. В стелсе перешел просто. Ну, в стелсе был, поэтому спокойненько там. Там мог все что угодно придумать. Куба со Саулем у нас сегодня. Это я думал, он... Кстати, да. А знаешь, что я еще заметил? У нас нет скоперов. Я слоупок, конечно, но... Да ладно. Да. Я... Да чё? Просто играют. Да, длинными и гашеткой. То есть, команда решили выбрать тактику... Играть длинными и гашеткой. Так, давай рупнем. Правильно задал вопрос. Странно.
Когда я еще был в топ-G, я тоже Сил говорил, то, что бэк вот этого вот, чисто рашить, зачем типа снайпер? Так? Ну, на самом деле, бывает, когда сливают команда, они могут вообще 5 калашей затащить. Да, но мне кажется, как-то... Меня просто, не знаю, удивило или нет, ну, как-то странно, что они... никто скоперку не взял. Хотя, ну, это, если это, если это приносит свои плоды, то значит это, ну, хорошо. А вот снайпер появился. А, вот кто-то взял все-таки. Ну, тут он в школе. Вейнс, да. Так простреливает. Это, походу, после твоей фразы в чате. Ты его, походу, кто-то команды напряг немножко. Что странно. Ну, не сильно странно. Почему нет скоперов-то? Как бы инфу там сливать, даже попростреливать, поминусовать. Что-то вот Динамка забирает. Удивительно. Точки. Хотя не удивительно, просто редко такое бывает. Кстати, команда опять играет, остальное все берут большинство длинные калаши и как бы очень потихонечку передвигаются по карте. Вот он. Только вот я почему-то одну гашетку вижу на карте, это динамка и все. Вот посмотри внимательно. Ну, просто остальные гашетки, видимо, уже слились. Вот, вроде как, токи, гашетки. Не, у нас такое ощущение, что гашетка одна тут, мне кажется. Не знаю, странно. Давай просчитаем сейчас. Куба и динамка гашетки в МХС, а бро... Добро, у нас по гашетке. Нету? Токи и Оки. А, Оки? Оки и Токи. Понятно. Знаешь, показалось. То уж, я думал, совсем не стандартный матч получится. Что все с длинными будут ходить. Очень так, не знаю. Так, Оки минусует Метиса. Снова Вейнса. Стреляет второй А. Никого не убивает. Линки поставит мид. Оги пытается там зацепить Кубу. Куба остался один против четверых. Сложная ситуация. Очень сложная. Да, и тут как бы он в окружение попал уже никак тут не затащить, мне кажется. Так у нас куда идет то? На альфу или на бету? На альфу там обычно. Вот сейчас заберут бомбиста. Нет, еще не забрали. Ну вот забрали. Так, Зойт и Винки остался. Против четверых игроков команды. XS. Куба, Динамка, Вэнс и... Леджи. Вот Зойт остался один в четыре. Может быть будет экшен? А посмотрим. Как-то... Так бы почему-то вот именно вот... На него мне надо бы смотреть. Хотелось экшена, мне бы хотелось. Я тоже хочу. Да все хотят экшена. В тяжелую ситуацию попал, потому что уже все знают, что он тут. Ну, без шансов. Куба так-то неплохую игру, по-моему, показывает. Ну хотя статистика у него 8-14, но вообще я замечаю то, что он что-то делает. Хотя вон Вейнс 15-2. Всего навсего один игрок. В команде МХС с хорошей статистикой. Вейнс. Во всяком случае, я считаю, что МХС неплохая команда, потому что они добрались до финала. Да. Это уже неплохо. Он, смотри, Оки нестандартный девайс был. М4А1. Ну, говорят, в Европе его часто используют. То есть хороший такой ствол. Скорострельный. Без задачи хорошая. Но она не убойная. Но я вот как бы на страйке недавно сделал со Стиви Спота минус 3 с М4. Ну да, она ну как бы. На подавление, допустим, в одну точку бьешь, постреливаешь яростно. Вот, это тоже очень неплохая пушка, я тебе скажу.
Вот она. Вот он, Тим Килл моей мечты. Чё, ТК, что ли? Убирает Зойда. О, да. Окей. Это что такое? Это. Нет, это случайность или что? Я не знаю, ну вот добряк стал. Ну дай бог, чтоб это случайность, потому что чё, специально-то. Не метит забирает добряка. Команда Добро, что у вас там происходит? Почему ТК в этом раунде было? Что такое? Почему? Как так? Экшен показывает. А, просто матч, потому что такой осторожненький выходит. Временами такие всплески бывают экшена. Решили этот всплеск еще раз сделать. Так что ли? Ну ладно. Тем веселее. Вот Винки забирает динамку. Токи минус Метис. Динамка забирает Вейнса. Ой, динамка Винки, извините, пожалуйста. А, потому что... минус Токи, Винки минус 4 уже делает. Леджери остался. Простреливает. Он в стелсе пока, вы, и они пока не знают, где он находится. Все. Он сейчас... ну все уже. Да, все, он коцан, очень сильно коцан, очень сильно уже все. Тебя успевает минусать Винки. Леджери забирает Винки. Так. Перезаряжает. Коцает добряка. Ну так, чуть-чуть. Сильно. Так, он пытается угадать. Просто префайр пытается сделать, но... он сильно. Умит он. Он спалился еще сильно. Добряк его забрал. 12-7. Да. Он зря вот топать он начал. Конечно. Так бы может зря что-то... зря оружие еще менять начал. Надо да. Он, наверное, занервничал, потому что два игрока осталось, и бомбу еще поставили, надо как-то побыстрее заканчивать. Так, тут массовый прострел с длинных калашей, динамка у нас минусует токи. Динамка, ну, минус 2 сделал. А, вот так вот. 3-5 ситуация, мне вот интересно, что будет. Будет ли экшен от Добро? Ну прям что-то такое. Ну. Сиковое вообще. Сиковое? А просто Толя меня раздразнил сегодня тем, что Зоид сделал плюс 20, и мы этого не видели. Я жду почему-то именно от Зоида чего-то интересного. Ой, вот тут добряка вот прижали, осталось он четверых. Он забирает динамку. Ой. Коцаны, я бы на его месте бы немножко это перевел дух. Да, 12-8. Немножко не повезло. В принципе, МКСС проигрывает, но достойно проигрывает пока что. Да, 12-8. Тем более, ну вообще это так-то в команде Добро, хорошая команда. Ну да, конечно. Главное, что... Токи забирает динамку. Лежей забирает Токи. Так, один из... Так, их трое осталось. 3-3, да. Сейчас они вот должны... Два игрока защиты остались на респаунте. Зой забирает Метиса. Сейчас, может быть, Оки сделает... Минус, нет, Зоид забирает Лэджвея. Все, 1-3. И Оки забирает Вэнса. 13-8. Добро выиграли карту Бэклот. Не знаю, тут... Вот, да, сменили карту. Как-то бы хотелось, чтоб... И... Ну... Эксенс выиграл эту карту. Ну что, была ничья и... Была. А? Тут третья карта была? Да. Тем интереснее было наблюдать. Ну, чтоб какая-то интрига была, вот так, Настюш. Если, допустим, ну... Ну, как бы я люблю в матчах, там, интриги. Как бы вдруг внезапно там выиграл. Чтобы больше экшена было. Да, и чтоб все нервничали прям. Все хотели выиграть, всех было, все глаза горели. А так, ну, не знаю. Рухнем сразу.
Знаешь, что я заметил, Ром? Странно, вот это мечеть сделана. Мечеть? Это мечеть. Ну как назвать, я думаю, это мечеть. Ну а если там в виде полумесяца ну, вот. Есть, то мечеть, скорее на всего. На А-плане. А что там? Странно, да нет, мечеть как мечеть. Не, ну смотри, там вот это, как я не знаю, назвать их, купол, не купол. Короче, в крыше дырка, да, в нее залетаешь, вылететь можно через стенку, обратно залететь нельзя. Странно. Ну так-то мечеть как мечеть. Не, ну со стороны, да. Наверное, мечеть. Разработчики, видимо, это экономили. На чем? На ресурсах движка? Ну, да. Чтобы производительность лучше была. Ну, правильно. Хотя... Памятник, вот посмотри, калаш-то детализованно более-менее сделал. Мне кажется, просто модельку калаша вставили и просто текстуру другую наложили. И его чуть побольше сделали. Ну да, еще больше сделали. А полигонов, мне кажется, столько же, сколько в обычном. Так-то да. О, смотри, короче, на Плентиа там есть еще логотип. Смотри, кулака вот это со звездой. А, мне кажется, знаешь, что напоминает? Логотип из Black Ops за русских, когда играешь. Точно такой же кулак. Так, ну вернемся в игру. Раунд у нас пошел. За сторону. Да. Смотрим вообще, что будет, мне интересно. Оки хотел сделать баунс. Видимо, сильно хочет он сделать баунс, потому что еще раз прыгает. Яростно так. Яростно. Со второго раза он перехотел делать баунс. Упертый. Пока я говорил про баунс, у нас тут уже ситуация 3 в 3. Финт делает минус 2, динамка забирает. 2 в 2 финки. Теперь остались. А потом остался Куба и Динам... А нет, Метис. Динамка. Все, Динамка остался. Сейчас Динамка остался. Так, что? Ну и все, добряк его забирает. Все, начинается. Так, они что там выбирают? Смотрим, что они выбирают. Ну, рубни сразу. Щит, атака. Ага, атака, добро. Дефенс у нас. И спидрал заходит. Замена? Видимо, да. Срочно замена. Ладно, куда у нас идет атака? Атака у нас идет на Б. Нет, на А, на А. Оки просто прорашил прям по-жесткому. Делает минус Метис. Минус Лоджей. И искал третью строку, но... Токи забрал быстрее. Ее Токи забрал. Потому что тот, как бы Оки... Ну, вообще, Team A сделали добро. Да, без потерь. 1-0. Что-то как-то быстро. Так. Вот тут, кстати, снайперка у нас Винки играет. А, все-таки кто-то взял снайперку, да? Ну, вновь затишье. Все простреливают. О, Динамка у нас. Коцан. Его Оки. Да, Оки убивает. Метис остался. Забирает Вейнса. О, он растерялся, видно. Винки накосал Метиса, а Оки добил. Да, ну там Метис вообще что-то дернулся, пострелял. Он попытался там прострелить, но... Ничего у него не вышло. А, посмотрим, вновь за Оки, что он делает. Так-то должен делать уже минус. Да, минус Вейнс, минус Лежерей, и, эх, Куба его убивает. Да, Куба был бы чуть поближе, был бы плюс 15, скорее всего. Но не фартануло.
Куба забирает Винки. А, кстати, напоминаю, сегодня у нас футбол еще будет. Кто с кем играет? А, Испания, Португалия, Евро 2016. Как думаешь, что у нас победит? Вероятность. Испания. Правильно. Но я как последний жид буду болеть за португальцев. А я как последний жид лягу спать. Да не буду футбол смотреть. Да. Потому что футбол не кошерный. Так, у нас Добро уже ведет 3-0. А как вот думаешь, на этой карте атаковать легче точки или наоборот? Да, я думаю, да. И поэтому ты думаешь, что 3-0 это нормально? Ну, это не совсем нормально, но это не сложно, в принципе, сделать 3-0 на страйке. Не, имею в виду затащить вот. А, следующий. Ну, там смотря с каким счетом, если они... К примеру, проиграют, да, защиту где-то с счетом там 7-5. Сразу тащить можно. Ну еще есть шансы вытащить, а если больше, то думаю, уже нет. Вероятность крайне мала. Ну видишь, просто Добро их разносит реально в 2-4 ситуации. Да и косо. Пока что топ-фрагер в МХС, ну у него 3. Ну Вайнс выносит Токи главного фрагера, но его Токи выносит. Как бы. Одно препятствие на другом. Оки и Токи, как два брата, да? Две гашетки. Да, два брата. Вот, Линки забирают Кубу. 4-0. Сложно будет, сложно. Крайне сложно. Вот и встретилась старая школа Call of Duty и новая школа. Что вот сильнее? Вообще... МХС неплохую игру показывали на бэклоке, по-моему, вот на стреке, что-то они меня пока что не радуют. 4-0. Ты хочешь сказать, что это слив? Ну, я пока не говорю, то что это слив, но... Близко. Все равно не просто особо интересно. Хочется какой-то борьбы, какой-то затяжной там. Ну, все хотят. Ну, не, не все хотят, знаешь, кто не хочет? Команда Добро. Да не, мне кажется, это тоже было бы интереснее играть, если бы они хотя бы пару раундов проигрывали. Я вот думаю, нет, потому что вот представь, вот ты играешь и 5-0. Играешь на 1500 рублей, да? Да. Хочется ли тебе натяжные борьбы какой-то или нет? Нет. Выиграть фаст там и забрать деньги. Прежде всего хочется 1500. Да, вот именно поэтому хочется выиграть как можно жестче и фастом. Ну, походу, Добро хочет выиграть жестко и фастом. Это они будут выиграть максимально быстро. Куба делает минус 2. И скиллово. О, Метис минусует. Зоида. А 3 добряк остался. Вот. Добряк. Ну, простреливает там. Ну, так-то... О, Метиса яростно простреливает. Почти... У него очень мало жизни осталось. Граната. И взрывается. Он же ее видел, что почему. Что он, почему он стоял-то? Он прям почти. Он на нее смотрел даже. Как так? Наверное, думал, что меня убьет. Нет, он просто сказал, я приму ислам. Бабах. Вот и он принял ислам. Так, Вэнс пытался посетить через дым, там был хитмаркер, но фрага-то нету. Не повезло немножко. Зоид у нас сидит в кафе. Лерджи увидел, пытается прострелить. Ну, коцнул его. Сильно причем коцнул. Зоид минусует Метиса. Остался Вейнс, одинокий. Со скопой. Такая сложная ситуация, но все равно. Ну, не знаю, потому что... Вот они, главное, очень сели выгодно. То есть по позициям. Ну, скорее всего, знают, что он пойдет с мида. Еще проблема в том, что он сейчас топ. Ну, он уже увидели даже все. Сейчас справа. А, он видимо, тоже знает, что справа его ждет. Вот Токи. Не, ему надо идет. Поторопиться уже, 18 секунд осталось. Сейчас посмотрим, что он будет делать. Ну, не знаю, потому что он уже там вот лежит. Он даже Токи. Не смотрит направо. Сейчас да, Токи, сейчас Токи берет. О. Забирает Токи. Так. Зоид забирает Вейнса.
не повезло тут немножко. А вот представь, если бы выиграл, может, камбэк бы был. Ну, дальше, со временем. Тогда они счет-то уже размочили. Ну, размочили, но... Размочили, размочить это слабо, да? О, плюс 10 винки с гранаты. Ну, сразу говорим, да, с гранатой это не круто, плюс 10, да? Да, гранаты это обнадеживает, да. Плюс 15 гранат, еще ничего. О, что-то быстро. ИМС. Очень быстро. И жестко. Команда Добро принимает Миксесов. Очень быстро. Очень. Что даже тебе вот не жалко, да, смотреть? Не, мне хочется экшена. Да, не, ну просто тебе немного жаль их. Не знаю. Проигрывающих. Я хочу увидеть какой-то экшен. Мне вообще не, просто их просто жаль, потому что вот, ну, 7-1, ну, как-то... Сейчас будет 7-2. Винки остался 1-5. Ну, это же Винки. Ты что? Это же великий тащер Винки. Сейчас он будет делать плюс 10 и плюс 15. Нет. Нет. Рома пошутил. Я пошутил. Хотя возлагал такие надежды. Хотя он тоже, наверное, так... 7-2. Что смогёт? Ну, не смог. Вот если они возьмут 4 раунда, тогда у них есть шансы даже выиграть. Да, но... Так-то получается, они выиграют из-за того, что ошибаются Добро некоторых там тактически. Ошибки происходят. Вейн забирает Токи, Токи забирает Кубу, Вейн забирает Токи. Как-то размен. Так вот минус 2, так по зумчикам неплохим. Да, неплохо. Так, Метис у нас в стелсе пытается. Динамку берет. Так, что тут? 3 в 3, значит, Винки, Зоид и Добряк против Метиса, Вейнса и... Леджрея. Так, Винки пытаются убить Метиса. Но... Сейчас будет снайперская, мне кажется, дуэль. Да, вот, Винки забирает Вейнса. 2 в 3. Ситуация. Что дальше? Что дальше? Два игрока, вот остались Метис и Добряк, они так расположились, не очень удобно. Поэтому Винки забирает Вейнса. Сейчас... Метис забирает Винки. А, он Вейнса давно забрал, никого не забрал, там хитмарк был. 2 в 2. Ситуация тяжелая. Посмотрим, что будет. Ну, предсказуемо пошел. Не то чтобы предсказуемо, он просто отчаянно пошел. На удачу. Вот. Оу. Забирает Никита, 8-2 счет. О, быстро, быстро. Вот, хотят ребята фастом выиграть. Поэтому делают все, что можно. Все, что возможно в своих силах. Все просто три игрока одинаковые нейды кидают. Винки, Зоид и Оки. Ну представь, при нейде, да, прилетит. Вот Зоид забирает Леджея. Вейн забирает Зоида через дым. Добряк забирает Метиса. Вейнс и Куба. Куба забирает Токи. Куба забирает Токи. Винки забирает Кубу, Вейнса. Винки разменивается и все. 9-2 счет. О, как быстро, господи. Ну, размены такие, да. Экшен-то есть, но... Ну, не в пользу команды XS. Я, конечно, посмотрел третью карту, честно говоря. Да, мы как-то вот... Вот, честно сказать, я ожидал вот большего. Ну, как бы, больше борьбы. Такой ну, яростный. Просто абсолютно разные команды. Добро, то есть такая хорошая команда, они же на лан едут в Киев. Ну да. В сути, вообще, я думаю, для МХС сейчас честь играть. Вообще. Они, да, вообще, да. Да, ради престижа играть тоже хорошо. Вчерашний матч, не знаю, почему вы пропустили. Какой хороший матч был, блин. Да ладно, не плачь, все нормально. Этих матчей будет ого-го сколько. Ну если ESL еще какой-то кап хороший устроит. Да, устроит, куда денется. Хотя бы с такими же призовыми.
Да, и с такими игроками, да. Да, игроки, мне кажется, будут такие же, кому не нужны деньги. Ну, в принципе, да. Мне что-то говорили, если выиграть СГМ, ну то есть сезон, да, за сезон первое место занять, и там что-то 400 или 300 евро получишь. О, у нас МХС-то забирает Зоя, да и 3.10 уже. Угу. Динамка минус 2 сделал, да? Да. 3. Минус 2. Тут я говорил то, что атака легче. Да, и поэтому вполне можно выиграть несколько раундов. Да, но мне кажется, ничьей не будет, потому что 3-8 на прошлой карте добро выиграли. А они уже не выиграют 3-8, почти ничьей уже не может быть. Даже если выиграют, да? Да, они если выиграют, выиграют только 13-10 или 13-11. Что, это вообще вероятность крайне мала, это не надо тупо 5 подряд, там 10 раундов. Вот Куба делает уже минус 2, Гиф забирает до бика, 2 в 3, Инки и Зоид, Зоид коцан и в щи. Да, сильно коцан в щи. И как выжил? Так, а Штели у нас? Так, Мегис у нас потихоньку обходит, значит, хочет идти на музыке, но не уверенно он себя чувствует. Но все-таки забирает Винки, остается Зоид. И Мегис забирает Зоида. Так, уже интереснее. 4-10. Не, главное подряд вот сейчас взять. Сейчас ребята должны собраться и... Тащить. Давайте, ребята. Включим реакцию, включим скилл. Начнем тащить. Просто. Включим их 22. Включим квадрат. И все пойдет как по маслу, ребят. Не заметил Вэнс. Кого не заметил, я не понял, но не заметил. Сейчас заметит. Должен заметить. Так, Куба у нас стелся. Добряк забирает Кубу, ну просто он начал топать там, как свинья. Слышно за километр. Его услышали, дали ему по щам. Клинки минусует Метиса. Так, 4 в 2. Фрифайра просто вылетает, стреляет, что-то пытается сделать. Вейнс ему помогает. Винки чуть не убил Вейнса. Не ошибаюсь. Да. Там 3. Там миллиметр. Так, Леджей забирает добряка. 2 в 2. Так. Давайте, показывайте, ребята, экшн. Пацаны, 25 секунд, давайте. Учите скорость. Мне кажется, или сейчас Вейнс заберет. Он хотя он на водичке лежит, Зоид так это. Просто он встанет только, если увидит в щели вот эту, чё ты. А вот он услышал, встает и ломает Леджея. Сразу так. Пытается сразу Вейнса убить. Ну тут тупо время уже закончилось. Вейнс забирает Зоида. А Винки забирает Вейнса. А, он даже вот так вот даже. Время-то есть. Как тут, если бы Леджей не слился там, то они бы могли даже тащить раунд. Да, ну Леджей у нас слился, к сожалению. Тут Локи, кстати, с кончой еще. Ой. Это, а что нам ждать тогда, если он с Тринчой? Я не знаю. Что-то эпичного? Нет. Нет, ничего эпичного не происходит. Просто его с калаша расстреляли. Хотя он что-то он там хотел, там приготовился. Ой, 4-12. Ну все, это уже понятно то, что... А, теперь понимаю, почему Оки взял дробовик. Пофанится. Пофанится уже. Ну что уже. Лимит уже кончился. Леша бесует Оки. Метис бесует Оки. Обе на нейде. Первый на машине, второй на нейде. Ну тут Вейнс уже тупо рашится с капой. АБ. Динамо несут Зоида. Ну и двое осталось. Сейчас Вейнс забирает добряка, Винки забирает Метиса. Винки забирает Динамку. Так, и так. Уходит. Так, на длину получается.
Да, вот АА втроем с командой МХС уже. Сейчас будут уже ставить А. Стэнс рисует винки. Забирает винки. Ну, МХС уже проиграли, по сути. Да, но надо уйти красиво, как говорят. Надо, чтобы они надолго запомнили этот матч, да. Хотя, сказать об этом сложно, что прям запомнили этих ребят. О, Вен забрал Оки. Оки. Винки ждет в кафе Вейнса. Может, скопер? Так, он пытается запрыгнуть на палатку, на палаточку. Со второй попытки ему это удается. Рассматривает. Точку А и Стеллу. Никого не видно там. Не, там было видно, просто Винки успел быстрее выстрелить. Леджер Рэй убирает до бейка. Ситуация 3 в 3. В принципе... Сейчас Токи, мне кажется, сделает минус. Том, кто... А нет, он не зайдет в кафе. И его куба забирает. Так, теперь 2 в 3. Винки остались против куба, Метиса и Леджея. Вот Винки забирают так, кубу. Кафе. Зоид коцаный. Уже нет. Пошел. Уже отхилился. Так, Винки забирает Метиса. Уже остался 1-2. Так. Как ключевой раунд, да, сейчас по сути. Да. 10 секунд. Все. Выиграли. Поздравляем Добро с победой. Да, был хороший матч, но, честно сказать, я ожидал большего. Всем тем, кто смотрел, спасибо, а всем пока. Всем пока.